Александр Павлович Волков родился в 1922 году в селе Малые Соли, ныне Некрасовского района Ярославской области. В 1941 был призван на фронт, но особо отличился летом 1944 в боях за освобождение Беларуси. Тогда, 26 июня, взвод автоматчиков Волкова совместно с танковым взводом в ходе боя захватили у гитлеровцев два эшелона с боеприпасами и продовольствием и эшелон с гражданским населением. Его отгоняли в Германию. Наступление продолжилось и на следующий день. Советские автоматчики, действуя десантом на танках, перерезали дорогу, по которой двигалась колонна немецких машин с военными грузами. В этой схватке погиб командир роты, и Волков принял на себя командование. Он умело организовал наступление и ротой уничтожил более 130 фашистских солдат и офицеров, захватил 300 машин и 400 пленных. Отважный офицер с боями дошел до победы. За образцовое выполнение заданий, проявленное мужество и героизм гвардии лейтенанту Волкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны герой продолжил службу в армии и ушел в запас в 66-м, будучи подполковником. Он жил и работал в Ленинграде. Не стало Александра Павловича 23 февраля 1979 года.